Беларуси продолжают работать диалоговые площадки. Реформа Конституции, повышение роли местного самоуправления, молодежная политика, социальная сфера и экономика – основные темы для обсуждения. Участники диалога – руководители госорганов, депутаты, представители общественных организаций. По итогам обсуждений все предложения будут направлены в Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлили до 31 декабря. В списке 18 позиций, среди них сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, рыбы, сыра, молока, а также яйца, детское питание и черный чай. Аллею за Беларусь заложили в День матери в агрогородке Ленина. Деревья высадили местные жители, представители районной власти и общественных объединений. В рамках праздника также поздравили мам. Прошел небольшой концерт. Бобруйские спортсмены вошли в число победителей и призеров Кубка Беларуси и республиканских соревнований по кроссу. Они прошли 14 октября в Могилеве. Среди лучших Нина Савина, Анастасия Полуян, Дмитрий Савин и Диана Будницкая. Беларусь вошла в топ-20 стран по комплексному показателю почтового развития. Каждая оцениваемая страна может набрать от 0 до 100 баллов. В последний рейтинг включены 170 стран. Индекс Беларуси составил более 65 баллов. Страна поднялась с 21 на 20 место.